Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио немецких копарей «Земля пухом». Коротко ни о чем. В прошлый уикенд в стольном граде Кёльн, что под Оренбургом, состоялся ежегодный турнир по откапыванию свежезакопанного. С нашей стороны принимала участие команда «Рускомрад». Итак, как это было в реале? Спасибо большое. Вот такая сумочка от Веры. Подарочек. Я посмотрю, реакцию Кай. Я променяла фирму. Спасибо. У меня тоже, да, я из Питера. Ну привет! А там вы сильно!
значит, нам говорит, да? Я смотрю, прям как раз на мою зону, где надо... Вера, это, ну, смотри, он ходится дорого. Ася ходится дорого. Таня что-то там уже собирается. Застегивай. Что там? А она нас болтается. Все, камеру. Идем за победой. Победа будет за нами. Пахнули раком через овраги, от сотки к сотке тропою отваги, навстречу солнцу. Видать, другое поле будет, раз мы в другую сторону шли. Сумрады шлифуя чертзаги, новые карты ложатся слоями на серые будни, тая краями. Времени пыль скрипит под сапогами, каждому свой черед, а я краями. Дорога моя не кончалась, да камуфла бы не дышалась. Этого хватит, самую малость. Дождь давай заряжай, смывай усталость. Новые карты ложатся слоями на серые гуни, а я краями. К бою готовы. Мы пробежали за час. Вот такие находки надо было найти нам. Монеты всякие, крашеные, мечели. Сейчас мы их сдадим. Посчитают и потом покажут результат. Потом будет второй тур, второй забег на втором поле. Действительно, Сергей, это что такое? Етить, колотить. Нет. Ты посмотри, у Юрки меньше даже, Юра. Обычно они с короной, но видите, этот без короны. Может, более поздний период, раз он без короны. Что ты нашла хорошего? А, ну это, наверное, зацеп на ремень. Да. С короной? Без короны. Жаль. У тебя сколько, Вовочка? 34. У меня 26. У Веры 26. Юра, у тебя сколько было? Я не знаю, мы даже не посчитали. Дома, после у тебя штук 100 было. Аня, ты вообще дала что-то в 58-го? Дала? Ну, все, да, все. А что номера не видно здесь, ни хера? 37. Аня, вот прибор возьму. 54, Таня, ты лидер. Да. В нашей компании. Привет, Серега! Ну что, мы выиграли или как? Не знаю, сейчас. Жаль, что ты, у тебя много монет было. Серега позабавил. Идет подсчет найденного. Я хочу пить. Сейчас посчитают и скажут результат. Пожалуйста. Кто сколько нашел. И, возможно, будет второй тур потом. С 13 человек. Идем на
второй тур. Я попал в число 13 победителей. И сейчас на втором туре. Благодаря неимоверному силе. Да, да. Вот Вера будет меня поддерживать. Да, и снимать. И снимать, да. Мы сейчас второй забег будем делать на поле. И кто чего найдет. Не знаю, сколько там будет, наверное. 15 минут, да, вроде говорили? 15 минут? Наверное, да. Долго-то не будет. Да, и кто за 15 минут что, сколько найдет, тот и победит. Ладно, будем стараться. Серега, мне тут находишь и отдаешь сразу. So, nochmal für alle. Jeder von den Suchern von euch hat einen Schiedsrichter beiseite stehen. Das, was ihr gegraben habt, kommt sofort in die Tüte. War es einmal in eurer normalen Pfundtasche oder in der Hosentasche, zählt dieser Pfund nicht. Da bin ich ganz knallhart. Zählt er nicht. Er kommt sofort ausgegraben in die Tüte des Schiedsrichters. Das Ganze läuft jetzt nochmal, ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt 16 Uhr. Fangen wir an. Ihr könnt bis 17 Uhr machen wir noch mal eine Stunde suchen. Ab jetzt. Серега, погнали. У этой девочки пакет Сергея. Отвлекаю как могу, пока Сергей копает. Угу. О, слава богу. Первая монетка. Вот, Серега, давай. Ага. Давай, да? Ох, давай, Сергей gefunden. Gott sei Dank. Давай еще. Ну, ну, что, а? Ну, слава богу, догадался пин включить. Ну, они видно иногда. Ой. Твою мать, а? Ну, вот же здесь было. Да, да, даже keine Münze. Вот здесь. Это что такое? Да, Айна, keine Münze. А что это такое? Keine Ahnung. Возьми, потом посмотрим. Да, то все, вокруг меня сейчас будешь. Да, да, да. Давай, я ладно, вот. Вот место нормальное, вон раз наше, вот это вот, вот два, тут вот три, четыре, вот пять, шесть. Короче, тут, видимо, кто-то плохо ходил. Полчаса осталось! Он говорит... Стой, говорит Вера, на месте, говорит, чтоб я на тебя ориентировался. И учесал вдаль далекую. А смысл, если здесь все были эти? Тут все надо выбивать. Вот это вот. 17. Угу. 17. Давай, давай, давай. Лев же Серегу. Команда болельщиков. Я уже второе пиво болею. Ух ты, победительница наша. Ох, Танька, кубок сегодня увезешь. Серега нас чуть-чуть от победы отделяет. Давай, давай, давай. 19 вроде как монет. Yes. 20-е. Ура. Так, 20. 20. Я. Серега, давай. Идет подсчет монет.
со второго захода, со второго тура и выявляется победитель. Все приготовились. Сейчас будем получать призы, если заслужили. Вот уже приготовили их. Детекторы. Шлем такой-то за первое место, по-моему. Такие медальки лежат. Ну, выглядит очень красиво. Я бы не отказался бы какой-нибудь из них получить. Ну, что-то, наверное, дадут. Я надеюсь, заслужил сегодня. Снимайте видео. Ура! Das ist ein Pokal, den hat der Arndt, also ja, okay, vielleicht ihr kennt ihn aus dem Internet unter dem Namen Kanzler. Er muss aufspringen. Das sind alles handgearbeitete Pokale, auch jedes Stück, auch die Pfeilspitze, alles das, was ihr seht, das sind stundenlanger Kleinstarbeit per Hand geschmiedet worden. Und ich sag mal, dafür dürft ihr jetzt mal klatschen. Ich weiß, wo ist der Arndt denn? Der Arndt ist der Du kriegst nachher, musst nachher zu mir kommen. Und nee! Und du kommst dann weißt noch. Du, da ist der Wuchs. Der Besucher. Ja? Ein. So, bitte. So. Platz Nummer 2. Mit 21 Punkten. Bleib dort. Ist von dem Gold hinaus. Der Richter, der Prüfung ist der Daniel Kappner. Und jetzt hier, seht euch mal das. Der weiße Platz. Und dann auch noch so Flaschen. Das ist Wuchs. Ich bin ja nicht gleich. Ich bin ja nicht gleich. Ich bin ja nicht gleich.
Markus, geh mit zusammen. Ja, ich stelle mich in die Mitte. So. So, komm, ich stelle mich hier hin. Oder ich gehe dazwischen. So, dazwischen. Genau. So. Du machst Foto, ne? Ja. Mensch, schau dir gut aus, ne? Лежит путь, протягиваем следы, шлифуя чертя зигзаги. Новые карты ложатся слоями на серые будни, а я краями времени пыль скрипит под сапогами. Каждому свой черед, а я краями. Дорога моя не кончалась, да камуфла бы не обветшалась. Этого хватит самой малость. Дождь давай заряжай, смывай усталость. Новые карты ложатся слоями на серые будни, а я краями. Времени быть скрипит под сапогами. Каждому свой черед, а я краями. И по сигналам, и небылицам, от артефакта забытым страницам. Что еще нужно для сердца комрада? Воли простор и боевая баллада. Новые карты ложатся слоями на серые будни, а я краями. Времени пыль скрипит под сапогами. Каждому свой черед, а я краями. С этими призами, ведь главное — это участие, и впереди ночь, и несколько десятков литров беспредела, и шашлык. Пожелаем же нашим кабарям-спортсменам новых взлетов и побед, новых зачетов и удач. Быть добру, дорогие друзья, до новых встреч!